Сайт Колесской Ньюс, KCN.media, в это воскресенье отбил попытки установить скрытый код майнинга криптовалюты Monero на плагин BrowseLoud. Была совершена попытка подсадить скрытый код на более чем 4000 правительственных сайтов США и Великобритании посредством BrowseLoud от британского изготовителя программного обеспечения TextHelp, который читает страницы людям с проблемами зрения. Официальных комментариев со стороны правительств государств относительно данной ситуации пока нет, а TextHelp заявила, что отключила программу на время расследования.